Меня зовут Левина Екатерина, я руковожу компанией «Бюро оценки». Компания занимается предоставлением услуг обществу по оформлению имущества. Сегодня я посетила практикум построения управленческого финансового учета. Для меня, как для руководителя, в последнее время очень актуально наладить финансовые показатели и финансовую отчетность компании. И вот, я искала полезную для себя литературу, и в том числе нашла информацию о бизнес-конструкторе и о проведении соответствующего семинара. Я человек с техническим образованием. У меня профильное образование согласно услуг, которые оказывает компания, которой я руковожу. И для меня информация, полученная на практикуме, 100% полезна. То есть для меня понятийные слова известны, да, но именно что с чем едят, для меня сегодня были определенные открытия на практикуме. Да. И я думаю, что 100% того, что изложил Кирилл, да, три вида этих отчетов, я буду внедрять в компании. Это как раз то, чего я хотела, держала в уме, какую-то картинку рисовала, но не знала, как это реализовать. И с радостью буду это применять и внедрять в компании. Изначально испугал большой зал и большое количество людей, но потом Кирилл сам по себе настолько просто, да, именно языком народа общается с людьми и настолько просто и эффективно подает информацию. Плюс вообще я не чувствовала там размеров зала, да, и количества людей, которые сидят за мной. Спасибо организации на высоком уровне.